Так, привет, дорогие друзья, с вами Тотемпал, ты сегодня с нами еще мой товарищ Напалм, а мы играем за Айл. Сегодня решил записывать без вебки, чтобы качество было получше. Короче, мы решили атаковать порт за Адолт Карнотавров. Не знаем, получится у нас или нет. Вчера большое пати было, сегодня у нас что-то, конечно, мало. О, слышишь, да? Да, да. Всем привет. Чё-то, знаешь, прям чувствуется то, что если чё, то бежать-то некуда. Потому что если подобьют, это всё. Так, под заборчик давай посмотрим, что там творится. А сейчас это, я сейчас вот сюда подойду и так это одним глазком. Вроде никого. Чё-то никого даже не видно. Куда все делись-то? Чё-то странно. Оп, кто-то есть. Есть кто-то? Не, если тут большая стая, то это будет хреново. Давай, что-то мы забаговались. Предлагаю как-нибудь и так потихонечку. Слышно, да, их? Хорошо. Да, слышно. Да, да. Ну, что-то они не сидят тут, как обычно сидели эти рапторы. Сейчас вот сюда за коробки. Вот тут где-то это Дзилка, судя по всему. Может, сидит. Дзилка вот штука опасная. Ну, подвоем мы позарезим. Не, я что-то пока никого не вижу. Может, это понюхать? Может, уже выкосил кто-то перед нами. Нафиг его знает. Вон там они что-то. Да, а, по запаху... вон наверх. А, нет, он наверху нет. По запаху что-то следов нет. Но же они внутри там где-то, он за клеткой этой. Не знаю, возможно. Давай на звук. Вон тут где-то синий. Угу. Трава какая-то тоже подошла. Что-то не особо видно. Затихли. Ну так пройду. Господи, столько мест у них тут. Кстати, у меня датчики показывают, уж пара па есть. Вот если ночь настанет, уже хреново будет. Ну да, темно не видно. Что-то вроде там нет. Ну ты там выдыхаешь. Даже непонятно, где они сидят-то. Вчера хотя бы... Вот бежит. Одного нашел? Да, а вот. Ой, еще один. Тут это, тут теринка. Аккуратно. Тут теринка, короче. Прикинь, что. Не подходи, не подходи, не подходи.
Она тебя начнет сейчас это. Она тебя цапнула? Нет еще. Блин, вот это вот, конечно, не в тему. Ну да. Откуда тут теринка-то? Зачем он сюда пришла? А тут мелкий, за хрена он делает. О, бежит. Кто бежит? Раптор. А тут кто пьет? Да ни хрена никого не вижу. А вон, вон. О, мелкий. Сожрал. А вон еще один. Только он за раз провалился. Что-то он только провалился туда, где его пожрать нельзя. Фигово дело. Я такой еще стою, думаю, кто тут пьет-то? Ну он вон провалился, блин, за забор. Я даже не знаю, как его съесть. Обидно. Опа. Че, цапнул? Нет. Смотри, там еще целенького. Вон еще там один раптор. Может, с теринкой заодно будем? Если он, конечно, к нам сейчас не пойдет, то это аккуратно будет. Это, конечно, неожиданно, то что. А может, за жопу его? Хотя, я думаю, не стоит. Смотри, вон раптор. Ну, да. Раптор спустился. Что-то эти рапторы странные, даже особо как-то не атакуют. Вот как Рекса, так они сразу. Тут знаешь, тут главное терпение. И от друг друга далеко не отходить. Вот мелкого я захавал, но он провалился, засранец. Сюда он это... Может быть, с этой стеринкой надо разобраться, что-то непонятно. А где он? Да вон она пьет, стоит. Ага. Она, кстати, имеет полное право за нами побежать. Поэтому будь аккуратней. Вон еще раптор. Рапторы есть. Мы что-то вообще такие тихие, даже не орём. Вон, одного раптора вижу. Спустился, обратно запрыгивает. Они такие сыкуны. Вот. Чё вот-вот? А, мелкий. Нифига, мелкий подбежал. Мелкого даже как-то жалко. Мы сейчас рапторов подразним, то что вот сородичи сожрали. Дождик. Вот дождик, это плохо, не будем это. Чуть больше тоже доешь. Он что-то не доелся. О, бежит, смотри. Побежал один. Чё-то даже не понимаю. Вон там теринг сидит, да? Вот зачем сюда теринка, конечно, пришла, это непонятно. Вон там сзади еще раптор бежит. Сзади раптор. Угу, вижу. Пойдем попьем, что ли, потихонечку туда. Что-то я, знаешь, я ожидал то, что нас сейчас жрать начнут. А нас что-то не жрут. Здесь мало.
Мало их? Ну да, вроде только двое там. Да нет, их там четверо я видел. Вот этот вон еще залез, смотри, по левой стороне. Спустился. Смотри, чтоб не тяпнул. Смотрю, смотрю. Если начнет тяпать, это сразу скоростной режим. Карнотавры быстрые. Что-то за карнотавра даже как-то приятнее играть. Но он быстрый. Он со второй побыстрее. Да, и вырос он так тоже быстро. Без особого напряга. Достойное существо, в принципе. Хищное. Нормально наелся детеныш он. У меня я и сытый, и напился нормально. Мне кажется, мы с тобой. Мне кажется, мы с тобой можем долго за карнотавров выживать. А ты что, с едой сытый? Да, полностью. Ну, пойдем еще попасем. Ты без ночного? Че? Без ночного режима. Ну да. А вон один это ходит. Я вот думаю, это. Хотя. Ой, там теринка еще. В нашу сторону идет, аккуратно. Угу. Теринку пасут. Теринка это аккуратно, она быстрая, как тень начнется под те кранты, вот. Аккуратно с ним. Вон там рапторы еще. Интересно, если вот сюда заныкусь. Так застрять можно. Не видно что-то, не проха. Теринка ушла, да? Да. Ну, с одной стороны, мы ее не положим, она быстрая, плюс еще, она, мне кажется, она нас с одного удара вынесет. Теринка это жестко. Подождем, может, еще кто-то сюда придет. Вон, вижу, раптор ходит. Гуляет. В принципе, его можно сожрать. Хотя не, он засал это, выбил. Одного вижу. Тоже побежал. Ты чё там, не отставай, давай. Советую ночной включить. Отключил. Хотя тут и без ночного вроде что-то видно, но не особо. О, побежал. Ах ты, гад, укусил. Укусил? Да. Отходим туда к выходу потихонечку. Ты это. Ты главное не волнуйся, давай туда пойдем. Вон. Сильно укусил? Ну, одна капелька. Пока что. Ну, пока одна капелька, можешь это. Со мной вон пойти. Ага, другой слез. Он сейчас за нами, он топчется. Да пусть топчется, я ему сейчас маневр-то устрою. Ты отходи, отходи. Тут главное... Они двое за нами, прикинь. Ага, бежит. Это была его ошибка. Я его укусил, наверное. Хотя хрен знает. Ты чё тут? Блин, ты давай тут не застревай, опасная ситуация. Вон он там или где он?
Тут главное не просмотреть. Вот он меня хотел цапнуть, я его не дал. Сзади, сзади. Сзади. Блин. Скотина. Укусил. Да. Умница, умница. Тут главное это без паники. Сейчас посмотрю, сколько капли. У меня 0,7 за 3 секунды выносит. Нормально. Стоим. Тут главное по друг дружке не касануть. Да они тут попрыгали, ты дебилы. Прыгуны хрен. Знаешь, что предлагаю? Я предлагаю, смотри, что у нас тут есть здание, короче. Подходим к зданию вот сюда. Вот в этот угол именно. Смотри. Сейчас мне надо отлежаться. Да, я знаю. Вот в этот угол ты ложишься. А, у меня кровоток прошел уже, слышь? Давай ложись. Ложись, я тебя дефаю. Вот они идут. А ты ляг. Я тебя дефаю. Вот и пошел геймплей. У меня кровоток прошел, это хорошо. Блин, вот жаль то, что ночь. Ну да, ничего не видно, плохо. Один за нами охотится какой-то... два, вот один слишком близко, дебил. Ты отхилился? Нет еще. Ой, у тебя сильный кровоток, слушай. Да, да. Полежи-ка. Там еще подбежали. Может, отойдем дальше? Мне кажется... Мне кажется, что жопу нам. Ты лежишь или что? Нет. Я на спринте пока. Бежи сзади, сзади. Вижу. Все, кровоток прошел. Он меня не цапнул, он лошара. Прошел кровоток? Да. Бежи, стой, 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 у меня это... Тихо. Чё, где он там? Блин, забаговался. Просрали. Я что-то думаю, что-то подфризило, хренак меня тут за ляжку. Скотина. Укусил? Да, укусил. Нам бы еще карнотавров. Ну да. Что-то нас маловато просто. У меня сейчас стоит, дай посмотрю, сколько кровоток. 0,7 на 3 секунды. Нормально, я держусь. Боюсь, что правильно делаешь. Их что-то в этот раз больше, надо своих позвать. Или это сейчас откроем глобал. Может они пишут что-то. Сейчас напишу карна, кто в пати. Они... Во, у меня кровоток прошел, нормально. Но они тоже молодцы, стараются. Но просто такие ошибки допускать нельзя. Вот у меня FPS понизилось из-за дождя еще тут. Мало того, лучше тут пока походить. Подождем. Он сзади, сзади. Скотина, мне вот немножко не хватило. Ты куда побежал-то? За ним. Давай обратно, тебя сожрут сейчас.
Нам разделяться нельзя, они стаи спокойно могут. Чё, тебя цапнули? Не-не, походу я его там цапнул. А. Только начнет это ложиться, сразу жари. Чё, у тебя с кровотоком нормально? У меня всё же не текло. Блин, у меня FPS вообще жестко упало. 29. У меня 13. У тебя какие настройки, кстати? По-моему, полная. У меня тоже вот полная. Сейчас у меня 14-13 с этим дождем. Ну, пошел, наверное, лечиться. Правильно. А ничего, они обратно запрыгивают, да, лечатся. Не, о, FPS вернулось. Ага, уже там больше стало. Серьезно. Кто-то сдох, FPS больше стало, да? Сейчас это, попробую. Че, кто-то идет? Да не, вроде бы. О, кстати, ночное, отруби, что-то видно стало. Все равно плохо. Ну, получше, в ночном радиус маленький. Ну да. Не, ну нормально так, мне уже нравится, знаешь, боремся так, пытаемся. Это уже интересно, мы тут, ой, еще гроза подсвечивает, вообще красота. Вот знаешь, в чем прикол? Тут нельзя им давать эти узкие пространства, потому что в узких пространствах... О, вижу одного. Или мне кажется... А, кажется, показалось. Это труба была. Прикол в том, то, что на узких пространствах им бегать лучше. Я вон одного вижу. Справа. Попробуй, слышь, что? А, ты с правой, ой, тьфу, с левой стороны вот подойдёшь. Вот этот бежик укусил один. Ага. Блин, я его пропустил. Сильно укусил? Сейчас посмотрю. 0,7. Да что-то незначительно. Но ты лучше на картах присядь. А ты главное поэтому по экрану смотри, если уж слишком. Ага. Укусил? Да, я его тоже укусил. Это какой мне кровоток ты сделал? А, 6,3, ни хрена, вот это вот мощный. Прилягу-ка я. Я когда пасу. А чё у меня, пропало что ли? Вот уже пропало. Ой, кусает. Слышь? Ты там живой? Да, я живой. У меня тут только этот 6,3. Да какой... Не надо никак... Чё ты делаешь-то, дурак? Коронатавр какой-то, это... Заторможенный. Так, сколько у меня? 6,3 опять. Пипец. Ночь. Ну, знаешь, куда надо вот... Бежит. Бежит? Да. Ага. Я, короче, в этот, в угол прилягу, а ты мне подыхаешь. Да, ты пока. Меня сейчас вон с этой стороны, с правой могут ко мне побежать. Там такой вот бегает. Бежит. Яна. Укусил? Да. Кусает скотина. Ладно, постою пока возле тебя. Да лучше постой, это уже этот кровоток тут такой нормальный. Отхилюсь я. Будем учиться играть, так сказать. Далеко не отходи, они маневренные, вон уже этот подбежал. Я же сказал. Опять ты их не гоняй, ты лучше возле меня стой. Просто стоишь возле меня и все. И недалеко, поближе.
Они ж быстро подбегают и меня жрут. Они видят то, что я отхиливаюсь. Я даже куда бьет. Ранил, кажется. Да. Я думаю, надо отступать, наверное. Бежит, бежит к тебе. К тебе бежит. Ой, тут их острее. Блин, быстрее, 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 кровоточит. Сильно кровоточит. Бежит к тебе. Тихо, тихо, не кусай. Давай выйдем, а то нас зажрут сейчас. Да нас зажрут. Шесть и три. Надо сесть. 2,8. Ну блин, когда день уже настанет, а то не вижу ни проха, аж бесит. Да. 0,7. Хорошо. О, я отхиливаюсь, скажите. У меня крови что-то меньше стало. Так. На картах тоже нормально так сидеть. Справа никого, по прямой непонятно. Да, нас мало. Прямо, прямо, прямо. Я вижу. Нельзя это бежать, у нас кровоток. Угу. Правой стоит. Прицеливай. Я могу ходить, у меня кровоток прошел, я подразню. Давай. Я вижу, там двое вон. С правой стороны, да. Да. У меня кровоток тоже прошел. Они все трое, справа. Трое, да, трое там. Что, гоним их? Подкрадывается. Мне кажется, то, что нам нужно, знаешь, как побежать на них, типа, и свернуть направо и свалить, пока можем. Давай. У тебя что с кровотоком? Все нормально. Погнали. Раз, два, три. Он у тебя кончился? Да, закончился. Да, погнали. Одурачили дураку. Беги, 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 беги. Подальше. Мы вернемся, как это. Захотим это, подумаем, еще посидим. Нам бы пати побольше. Сейчас давай наберем. Давай на пляже ляжем. Даже не видно, они это преследуют или что? Наверное, не. Давай сюда, что ли. Лошарики. Че, на пляже ляжем? Да, в куст. Где-то тут. Или ты хочешь на открытом? На открытом, думал. А ну. А че нам бояться? Чтоб никто не пришел сейчас слева, сзади. Наоборот, если мы к пляжу подойдем, у них нет это, они с тыла не зайдут. Не видно будет. Я у пляжа прям полежу. Давай, ты налево, я направо смотришь. Давай. Точнее, наоборот, ты, получается, налево смотришь. А они вон, идут, слышь? Где? Вон бегут. Отправим? Один бежит. Прям сюда бежит. С моей стороны, с правой. А, они все бегут. Сейчас это лежим и опять бежим. Пипец. Что-то я их не вижу.
Да вон они, видишь? Вижу. Раз, два, три. Фу. Четверо. Они просто за нами погнались обратно. Так. Смотри. Я пишу пока в чат, кто в пати хочет. Давай. У нас позиции хорошие, с тыла хрен подойдут. Ты главное не ори, ты пока орешь, у тебя заставка идет и тебя кусают. Mm-hmm. Вон там это у тебя по твоей стороне еще. С моей бежит дурак. О, я ж тебе сказал не орать. Смотри, вот очень близко, но это ловушка, я думаю. Мне кажется, они быстрее носятся. Блин, интересно, пипец. Давай вот этот, который ближе ко мне, погонимся за ним. Давай, давай. Вернись к пляжу, ты уже не догонишь. У меня это... Отойди, отойди, отойди. Я не могу отойти, у меня фризануло. Меня это... накровоточили. Ой, ты меня укусил еще, круто. Меня сейчас сожрет один. Два. Падла. Тебя сожрали? Нет. Тихо. Жрут прям конкретно. Блин, мне хана. Нигде они отходят. Я их покусал тоже. Ложись пока. Я лег, ну ко мне сейчас подбегут. Нет, они отошли пока. Да нет, вон бежит. Иду, иду. Ты их прям ко мне погнал. Так, укусил, хорошо, Мишка. Ай, осторожно. Да я знаю, я вон тоже пытался. Все, мне конец. Ложись, ложись. Я сдох. Да, сдох. Юты оказались сильней. Ну стоп, блин, фризит капец, не пойму. Что-то такое ощущение, как будто надо было убежать куда подальше. Ну да. Тебя что, нормально там продамажили? Ну, я живу пока. Меня там вообще сильно накусали. А, ты побежал от них, что ли? Да. Ну что, они у меня укусили уже. Thank you.
Ладно, дорогие друзья, вот такая у нас серия по The Isle. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч и всем пока.